приходит к еврейскую организацию, там, в тех временно оккупированных территориях, там, где Херсон, где Буча, ищут у еврейских квартирах, ищут националистов, бендеровцев. Это просто дикари, это ненормальные люди. Это даже и не думают, что им дают какой-то наркотик. Но это просто люди не видели, что в домах украинских есть свет, что есть интернет домашний. Для них это странно. Но как может обеспечить безопасность в мире, когда есть такое дебильное правило права вето? Видите, какая солидарность у нас в Украине. Нас Украину никогда не возьмет. Никогда. Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Гість в студії» та я, її ведучий Олександр Катунцев. 11 квітня у всьому світі відзначили пам'ятну дату – Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів. Вона встановлена на згадку про міжнародне повстання в'язнів концтабору «Бухенвальд», що сталося 11 квітня 1945 року. За роки Другої світової війни через систему гітлерівських концтаборів пройшли понад 20 мільйонів людей із 30 країн світу. 11 квітня одесити, щоб вшанувати пам'ять в'язнів концтаборів, прийшли в Прохорівський сквер, звідки у вересні 1941 року нацисти відправляли євреїв дорогою смерті. Сьогодні в гостях у нас голова Одеської регіональної асоціації євреїв, колишніх в'язнів гетто і нацистських концтаборів Роман Шварцман. Вітаю вас. Добрий день. Отже, Роман Маркович, радий бачити вас і вітати вас. Ще раз добрий день. І перше питання, як пройшов цей захід в Одесі? Ну, я буду розмовляти російською. Щоб будь ласка, назвати, так, да? Так, будь ласка. Є дві міжнародні дати, зв'язані з Холокостом, зв'язані з освобожденням узников гетто и нацистских концлагерей. Первая дата – это 27 января, когда был освобожден лагерь Освенцим Аушвиц. Это называется дата Международный день памяти жертв Холокоста. 11 апреля – это освобождение Бухенвальда, как вы правильно сказали. И это уже считается Международный день освобождения. По традиции уже много лет, конкретно 30 лет, как наша страна, наша Украина стала независимым государством, мы, Ассоциация узников, ежегодно отмечает вот эти две даты. И в этом году тоже мы отметили 27 января и 11 апреля мы собрались, бывшие узники, концлагерей и гетто, пришли граждане, просто одесситы пришли, и мы возложили, по традиции обычно устраивает по протоколу государственных дат, это мэрия это делает очень достойно, всегда отмечает этот день, а учитывая состояние, военное состояние в нашей стране, мы приняли решение просто отметить возложением цветов и небольшим митингом в Прохоровском сквере. Ну, там мы собрались, обговорили наши проблемы, наши люди, которые пережили страшную трагедию 41-44 год, который среди нас есть и люди, которые во время оккупации их прятали в подвалах, их спасали праведники народов мира, они были на оккупированной территории. И каждый вспоминал о потерях, о горе, которое было в те годы. До речі, згадуючи насправді ті страшні часи, ви їх особисто пережили. Завдяки чому вам особисто вдалося вижити? Та взагалі, що для вас, ну, означає та війна, маю на увазі?
трагедия, которая была развязана фашистской Германией в 1941 году, для нас лично, для моей семьи, она началась в начале возможностью эвакуироваться, потому что семья большая, у нас было 9 детей, один брат ушел на фронт, и 8 детей, и мама, и мы эвакуировались, включились в колонну тех, кто эвакуировался, беженцев, и шли в сторону от нападения, как нам говорили, откуда идут немецкие колонны. Вы тогда жили в месте Бершадь, так? Да, родился я в Бершаде, Винницкой области. Так понимаю, эвакуировались на схід, так? Да, на схід мы... колонна была очень длинная, несколько километров. Люди, кто на повозках, а мы на повозке, кто на тележках, кто пешком, с детьми. Но это была очень горячая пора, это уже было начало июля месяца, жарко. И вот мы двигались 2 недели. Через 2 недели, то есть ночевали в поле, готовили пищу тоже в поле. Но вместе с тем эту колонну постоянно мессершмитты немецкие бомбили, и все разбегались по полям, потому что, слава богу, тогда еще урожай был не собран, прятались в кукурузе, в подсолнухе. А когда самолеты улетали, конечно, очень много было трупов детей, эвакуированных. Мы уже по гулу знали, что приближается мистер Шмидт, и мы уже начинали прятаться, но кто успел прятаться. Так, а потом, спустя где-то 2 недели нашей эвакуации, впереди колонна начала возвращаться. Мы были где-то посередине, где-то вот так, и сказали, что впереди немецкие танки, всех возвращают обратно. И мы возвратились в свой глинобитный домик в Бершаде, и там, пришли вся семья наша, и потому что мы оставили там бабушку Эстер, это мать моего отца, чтобы она берегла как бы наш дом. И к нам потом, уже спустя где-то 2-3 недели, появились немецкие колонны эти на мотоциклах, и нас всех, причем не только евреев, всех надо зарегистрироваться, объявили, что на базарную площадь, где обычно там собираются все, и всех зарегистрировали. Мать наша взяла тех, кто мог двигаться из наших, потому что были и грудные, моя сестричка была еще грудной ребенок. И нас зарегистрировали, и мы были несколько недель под юрисдикцией немецких властей. Затем они объявили, что будет организовано гетто. Наша улица, мы жили на улице Набережная, причем в самом начале Набережной 4, у самой реки. Взяли трудоспособных людей, организовали колючей проволокой, организовали вот такой 3 улицы, оградили колючей проволокой, сделали один выход, поставили солдат, которые не разрешали за выход, попытку выхода, это, конечно, расстрел. И вот так было несколько недель. Затем появились где-то уже в начале августа месяца появилась румынская администрация, и нам объявили, что Румыния – это часть Германии, которая участвует в этой войне, и они образовали такую опереточную республику, которая называлась Транснистрия. И туда входила наша Винницкая область, Одесская область, Николаевская область, часть Буковины и часть Бессарабии.
И вот этих, и потом в самом деле начали депортировать из этих мест, из Бессарабии, из Буковин, начали депортировать людей вот в наши края. Вот у нас на квартире поместили, значит, она потом, мы с ней через много лет встретились в нашей ассоциации, когда мы друг друга узнали спустя 50 лет. Была семья из Бессарабии. То есть условия проживания в гетто – это выжить. Надо было только буквально, если Бог тебе дал возможность выжить, потому что никакой еды нам никто, это надо было самому добывать еду. Каким образом добывать еду? Если они выпускают за... Да, никого не выпускали. Значит, выпускали, только забирали на работу. Значит, такие, у нас несколько членов семьи. Мама, сестра, брата, два брата. Они ходили на работу. В летний, осенний период это приглашали на уборку урожая. Это можно было каким-то образом, ну, тоже, если надзиратель смотрел, что ты где-то что-то спрятал. И это, конечно... чревато было большим избиением. Но, тем не менее, надо было выживать. И что-то приносили, какой-то буряк, какую-то картошку, какую-то кукурузу, кочан. Вот так проходили вот такие летний осенний период, когда был урожай. А зимой это, конечно... Надо отдать должное и большую благодарность местным жителям, украинским людям, которые пытались, потому что мы все маленькое такое местечко сельского типа, вот, мы знали, дружили с украинскими семьями, и они каким-то образом нам передавали, перебрасывали. Угу. Вот. Ну, а так была столовая недалеко, которая кормила румынских солдат, и там... отходы после чистки картофеля, там, буряка, там, вот такие вот вещи мы уже, дети, как-то так, мы приходили, мы уже так, ты сегодня берешь, а я завтра беру, то есть у нас не было борьбы. Ну и просили, когда они моют мясо, которое готовят, чтобы они эти помои, как бы, чтобы они не выливали, а давали нам, и мы, в общем... Страшні да, і часи, вот, страшні факти. Вот так ми, вот так було, так, тяжеле таке вот время було, і вот запомнилось вот несколько таких страшних епізодів. Это когда брат мой Йосиф, он был в команде, бригаде по ремонту нашего моста, который рядом буквально с ними, 42-й год, январь месяц. И они, а мост у нас деревянный мост, который соединяет две части, значит, реки Южного Буга. И он вместе с товарищем спустя уже несколько дней они носили бревно, там было скользко, у нас морозы очень большие, бершади. Вот. И он, не было ограждения моста, и он упал в воду, а там, где вода переливается с одной части в другую, вода там не замерзает, вода все время в движении. Вот. И он упал, и румын думал, что он удирает, он его пристрелил. Вот. И этот товарищ, который с ним работал, прибежал, а мы буквально, это 100 метров наш домик был, говорит, тетя Брана, Йося застрелили. Да. Ну, потом, ну, через 5 дней только нам, да, разрешили хоронить. И, ну, вот такой эпизод, там еще много эпизодов страшных, которых... Я разумею. Ну, вы, насправді, особисто пережили, ну, страшну війну і фашистське гетто. Ви були за крок від смерті, і я так розумію, не один раз. Ви могли собі уявити, що на вашу долю випаде ще одна війна? Маю на увазі сучасна. Так, як говорять, во сні і не снилось. Звісно, завжди хочеться, щоб з возрастом все була спокійна життя, щоб ти... видел успехи своих детей, внуков.
вот так природно, чтобы ты ушел в мир иной, без всяких насилий уже, потому что если уже пережил такое насилие. А тут оказалось такое страшное событие, страшная война, которую развязали российские, их назвать, понимаете, вот подбирая слово, российская орда, российские фашисты, российские, ну, вы знаете, когда рассказывают, что они творят в тех районах, которые не успели временно захватить, это ужас. С мирным населением солдат должен стрелять солдата, это война. А когда солдат стреляет, насилует, убивает детей, стреляет в голову гражданским людям, это вопиющее. И когда ты слышишь, читаешь и видишь, сегодня 21 век, ты читаешь интернет, ты слушаешь рассказы очевидцев, это просто дикари, это ненормальные люди. Это даже и не думаю, что им дают какой-то наркотик, но это просто люди не видели, что в домах украинских есть свет, что есть интернет домашний. Для них это странно, для них это все странно, потому что у них этого чего нету. Они живут в каких-то пещерных условиях. И поэтому они приходят и здесь, ненавидя отношение к нашим, к Украине, к украинскому народу. Мы вся одна нация, любая национальность. Мы не позиционируем себя как евреи, как русские, как болгары. Мы все украинская нация, и мы все стоим сейчас, сгруппировались, собрались, защитить, и мы, конечно, защитим, но это зверье, которое пришло к нам, вот мне часто спрашивают, сможем ли мы когда-нибудь простить, вот вы же немцам спустя 80 лет простили, на этот вопрос. Ну, есть буквально ответ, который мне, вот мы обсуждали, как вы уже в самом начале сказали, когда мы собирались 11 апреля у памятника в Прохоровском сквере, вот мы задавали друг другу такие вопросы. Никогда. Это просто, ну, столетия пройдут, и никогда уже невозможно будет просить, потому что мы воспитывались 50 лет в Советском Союзе. Мы вместе, их родители, этих солдат, которые приходят к нам, мы все читали одни же книги, мы учились в одной же школе. Одна была программа советская, национальный вопрос был какой-то один. А сейчас оказывается, что они считают, что мы все националисты, нацики, бендеровцы. Но это надо быть дебилами для того, чтобы говорить, когда они приходят к еврею, приходят к еврейскую организацию, там, в тех временно оккупированных территориях, там, где Херсон, где Буча, ищут, у еврейских квартирах ищут националистов, бендеровцев. Ну, это же вы что? Если бы были тут бендеровцы, националисты, мы бы не жили так, евреи бы не могли организовать в этой независимой, свободной стране университеты свои еврейские, школы еврейские, детские сады еврейские, культурные заведения всякие есть еврейские. Мы наконец ожили, мы ушли из гетто, который назывался Советский Союз. Это тоже было гетто для еврейского народа. А сейчас свобода. И вот нам Путин, его клика нам мешает, чтобы мы свою жизнь прошли спокойно с нашими детьми, чтобы они не знали того горя, которое мы знали. К сожалению, это так. На жаль. Ну, зараз, насправді, Україні допомагає весь світ. Наведу лише один з прикладів. На початку квітня
Ізраїль запустив, так би мовити, гуманітарний повітряний міст допомоги України. Літаки з першою частиною цієї гуманітарної допомоги, там вантаж близько 10 тонн, було доставлено до Угорщини, а потім вже транспортом вантаж переправили до України. Крім того, українцям дозволили працювати та отримувати страховку в Ізраїлі у період військових дій і таке інше. Я знаю, що ви спілкуєтесь з багатьма людьми за кордоном і тут, в Україні. Як та чим ви допомагаєте в ці такі скрутні часи українцям? Ну, во-первых, пользуясь вот эфиром, я хочу высказать большую благодарность вот тем странам, которые, во-первых, весь мир вместе с нами. Это очевидно, это видно, это мы чувствуем по той помощи, которую нам оказывают. Особую благодарность надо сказать выдающемуся президенту Зеленскому, который показал, как можно руководить страной и как можно сконцентрировать весь народ в одно направление, в защиту своего Отечества. Хочу очень большую благодарность сказать Великобритании. Там необыкновенный сейчас премьер-министр Борис Джонсон. Прекрасный. Он первый, который нам оказывает помощь. Большую помощь нам оказывает Анджей Дуда, это поляки, прибалты. Есть, конечно, есть страны, которые не понимают той важности. Ну, я говорил, мне задавали такие вопросы. Я думаю, что если бы Путин начал войну с Европой, он бы ее захватил бы за один месяц. А вот видите, какая солидарность у нас в Украине. Нас Украину никогда не возьмет. Никогда. Поэтому помощь, которую нам сейчас оказывает Запад, это очень большая помощь. Она нам дает возможность. Но сейчас надо расширить помощь. Надо миротворческий контингент обязательно сюда. Надо, чтобы Макрон, который ведет себя не совсем корректно в отношении к Украине, который говорит, что это не геноцид, значит, его еще ни разу он не почувствовал, как убивает детей, как убивает стариков. Он, наверное, воспитывался в таком духе, где постоянно гламур. Может быть, поэтому вот такое отношение. Ну, когда Ле Пен там, она, это понятно, она профашистски настроена. Вот. Но есть такие страны, которые ведут себя очень некорректно. И поэтому я, конечно, не политик, я общественный такой деятель, я не политический деятель, но то, что сейчас надо немедленно распустить все институты, которые отвечают за безопасность планеты. Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности, Красный Крест, который ведет переговоры с Путиным на какие-то такие темы и очень мало помогает нам. Очень много МАГАТЭ и так далее, и так далее. Ну как может обеспечить безопасность в мире, когда есть такое дебильное правило права вето? Это где это можно будет право вето? Просто демократический централизм. Меньшинство подчиняется большинству. Методом голосования. 51% проголосовал за, все. Тебе не нравится? Вон из Совета Европы. Есть такие вот страны, я просто не хочу называть, чтобы у меня там, которые мы не пустим Украину в Совет Европы. Да что ты стоишь это? Что ты сама? Вот надо ее выгонять, вот эту страну, которая говорит нет. И убрать право вето. Большинство, то есть надо перестроить весь мировой вот такой вот... Ви маєте на увазі систему безпеки, да, які систему, забезпечували, да, так, які да, забезпечували. Да. Я думаю, що ми, Україна, показала всьому миру, як треба захищати свою країну, як треба боротися і як треба побіждати.
А щодо допомоги, про що я питав, про допомогу українцям? Да, от ми, коли почали, от коли почалася ця війна, я даю вам от слово, я просто не хочу називати вам фамілію, щоб це не було якоюсь рекламою, але в самом деле ко мне начали, к нам в офіс начали приходити наші узники, от вони, мабуть, слухають мене і не дадуть соврати, приходили, говорить: «Ромакс, давайте ми почнемо збирати допомогу нашим збройним силам України. Всі допомагають, і ми повинні допомогти. Не важно, що ми отримуємо пенсії, що ми пенсіонери, ми будемо отримувати». І представте собі, люди почали приносити, хто 1000 гривень, хто 500 гривень, хто 50 гривень. Ну, у нас от на сьогоднішній день в нашій касі по збору, є спеціальна у нас каса по збору, у нас точно, от я вам скажу, я знав, що я прийду к вам на ефір, 64 470 гривень. Угу. От, ми продовжуємо збирати, і ми буквально на следующей неділі вже перечислимо ці гроші. Ну, крім того, ми робимо якийсь запас продуктів для своїх, ну, не тільки своїх, ми не говоримо, я вже говорив, що ми не абстрагируемся, как евреи. У нас очень много в нашей организации семьи полурусские, полуукраинские, полуболгарские. Мы очень много уже в нашем музее сейчас претворили как бы в склад продуктов. Мы закупаем продукты, у нас очень много уже, несколько тонн продуктов, таких очень важных, первоочередных, стратегических, как говорят, на случай того, что если не будет продуктов. Вот сегодня мы говорили с товарищем, который приехал, еле вырвался из Херсона. Он говорит: пустые магазины, нечего, буквально нечего людям уже кушать, потому что там сейчас бесчинствуют вот эти загарбники, які прийшли в нашу країну. Дякую. Дякую вам, Роман Маркович. Бажаю вам успіхів, бажаю триматися. Дякую за допомогу, яку ви зараз надаєте людям. І бажаю всім нам перемоги. На все добре. Дякую вам. Україна переможе. Це точно. На все добре. Що ж, шановні телеглядачі, наша програма добігла кінця. На все добре. До зустрічі.